Olympus Capture – это приложение, которое позволяет подключать совместимые камеры Olympus к компьютеру, дистанционно управлять всеми параметрами камеры, а также передавать отснятый материал на компьютер. Прежде всего, подключаем камеру к компьютеру родным кабелем USB. На дисплее камеры появляются варианты рабочих режимов. Выбираем режим вот с такой пиктограммой. Компьютер видит подключенную камеру, автоматически появляется окно с вариантами действий. В списке можно выбрать запуск приложения Olympus Capture или можно кликнуть на рабочем столе пиктограмму приложения. При запуске предлагается выбрать, куда будут сохраняться файлы – на карту памяти в камере, на карту и в компьютер или только на компьютер. В случае, если используется компьютер, можно указать папку, в которую будут помещаться переданные файлы. Причем справа в панели «Настройки сохранения файла» будет указано имя этой папки. Кстати, при наведении на различные элементы интерфейса появляется поясняющая подсказка. Это расположение можно потом изменить. Справа у нас основной интерфейс управления. Скорее всего, нам понадобится Live View, то есть картинка, какой ее видит камера. Что здесь есть? Прежде всего, сетка. Линии можно включать и выключать нажатием кнопки. Линии сетки можно двигать, причем нам сразу показывают процент от края экрана, на котором линия находится. Можно создать дополнительные линии, выбрать стиль и цвет. Вот линия создалась, ее можно двигать, использовать для выравнивания композиции. Если хотим ее удалить, то можно правой кнопкой мыши или просто увести за пределы кадра. Дальше. Индикация пересвеченных областей. Их мало. И слишком темных областей. Их тоже немного. Можем включить гистограмму. Вот здесь в меню есть просмотр и гистограмма. На ней красные полоски показывают уровни срабатывания индикации светов и теней. Мы можем эти уровни изменить в настройках дисплея. Поставить, например, 30 и 222. Тогда эти границы подвинутся, и, соответственно, будем видеть в пересветах большую область. И в тенях тоже. Закроем гистограмму, чтобы не мешало. Дальше. Соотношение сторон кадра. Можем выбрать, включить, например, 16:9. Причем, когда вариант выбран, его можно включать и выключать одним нажатием. Туда-сюда. Оставим 4:3. Зона фокусировки. Варианты такие же, как обычно в камере. Сейчас стоит одиночная зона. Причем, если начинаем перетаскивать, нам показывают границы зон. Происходит перефокусировка. Поставим, например, маленькую зону. Кстати, что касается кнопки спуска, то здесь она разделена на две части. Левая соответствует полунажатию кнопки спуска, а правая – полному нажатию. По левой производится автофокусировка и экспозамер. Параметры, которые мы видим здесь, гаснут, блокируются. Правой кнопкой делаем снимок. Можем включать увеличение. Причем выбрать его кратность. 5, 7. И также выключить. Дальше. Баланс белого. Установка по образцу. Нужно сделать снимок. И, например, указываем на это серое поле. И у нас новый баланс белого. Кнопочка ОК немного не влезла в кадр. Для выравнивания камеры можно использовать индикаторы уровня по двум координатам. По сути, они такие же, как в камере, хотя графически решение немного иное. Выставим нужную нам горизонталь и вертикаль и дальше отключим уровни.
Теперь, собственно, основная панель управления. Настройки сохранения мы видели. Сейчас можно их прикрыть. Основная панель, по сути, похожа на панель управления в камере. Прежде всего, параметры, которые в ней отображаются, можно настраивать. В настройках есть персонализация панели управления. Варианты базовой установки, тогда присутствуют все параметры. А если включаем пользовательский вариант, то можно смотреть. Когда мы выбираем параметр на панели, он выбирается и в списке. И если какой-то параметр нам не нужен, то мы можем его убрать. Базовый режим работы, в данном случае M, задается поворотом диска на камере, отсюда его не изменить. Выдержка как в виде таблицы, так и линейной шкалы. Заметьте, что здесь есть и режимы Live Composite, Time и Bulb. Им был посвящен отдельный ролик. Дальше диафрагма, ISO, баланс белого. Есть точная подстройка баланса белого, причем либо ползунками, либо можно сразу переместить маркер коррекции и поставить куда нужно. Режимы цвета хорошо нам знакомы. Работают художественные фильтры. Дальше идут режимы вспышки, режимы автофокуса, спуска затвора. Причем, как видите, есть режим Hi-Res, высокого разрешения. Отсюда можно сразу перейти в режим настройки. Здесь находятся настройки режима высокого разрешения, а также и другие параметры, которые относятся к особенным режимам, а также вспышка. Здесь же брекетинг. Настроить качество изображения. То есть то, что и в камере находится во внутрикамерном меню. То есть глубже. Так, режимы экспозамера и другие параметры. Вообще, такое представление параметров в табличном виде очень удобно. Можно выбирать быстрее, чем когда пролистываешь диском на камере. Дальше. Панель режим DU. Это относится к управлению внешними вспышками. Сначала его надо включить. И тогда можно задавать режим работы вспышек. TTL. Или ручной режим, выставить энергию импульса, режим скоростной синхронизации до 4 каналов. Чуть ниже видим информацию об аккумуляторе, фокусном расстоянии и о свободном месте на карте памяти. Еще что касается Live View, можно выбрать разрешение, в котором картинка с камеры отображается в окне программы. Максимальное 1280 на 960 пикселей. Уменьшать разрешение вплоть до минимальных 320 на 240 имеет смысл, если нужно минимизировать задержку отображения на компьютере. Вообще-то она и так небольшая, но для съемки динамичных объектов это может оказаться важным. Детализация при этом, конечно, будет низкой. Обычно лучше использовать высокое разрешение. Еще тут есть поворот. Можно поворачивать картинку на 90 градусов. Причем одним нажатием переключать туда-сюда. Ну, нас вариант авто устраивает. Что касается фокусировки. Фокусироваться можно и вручную. Причем можно включить на панели режим MF, а можно даже не включать, а прямо специальными кнопками начать двигать фокус. Появляется уведомление, что включен режим ручной фокусировки. Кнопки трех видов для больших, средних и минимальных приращений. Делаем снимок. Имеется еще такая важная возможность. В настройках есть настройки переноса.
Здесь можно включить автоматическую передачу сделанных снимков в программу Olympus Viewer. Тогда, если мы делаем снимок, сейчас у меня Olympus Viewer не был открыт, он открывается, и сделанный кадр попадает прямо туда. Можно обрабатывать снимки в формате RAW. Причем, более того, файлы можно передавать и в программы Lightroom, Phase One и Capture One, чтобы легко переключаться на вашу привычную программу для редактирования и не менять вашу обычную схему работы. Кстати, изображение можно выводить сразу на несколько мониторов. Есть еще функции, которые мы не рассмотрели. Коррекция перспективы. Про нее у меня тоже был отдельный ролик. Можно исправлять схождение уходящих вдаль линий, добиваясь строгой прямоугольности объектов или для других целей. Полезная для предметной съемки функция названа «предварительный просмотр». Кстати, как и в других случаях, если мы нажимаем пиктограмму с вопросительным знаком, то сразу попадаем в соответствующий раздел встроенного руководства пользователя. Вполне подробный хелп, кстати. Так вот, функция «предварительный просмотр». Можно взять ранее сделанный снимок и использовать его как шаблон, как образец для следующих снимков. Можно задать ему матовость, по сути, прозрачность. Он накладывается поверх живого изображения, на это указывает желтая рамка. Мы пока этого не видим, но сейчас покажу. Мы можем убрать предмет, а его изображение останется. Теперь можно взять такой же предмет, но, например, другого цвета, и аккуратно добиться совмещения. Это удобно, если делаете серию с однотипными предметами. Когда этот шаблон больше не нужен, просто отключаем кнопку. Еще мы не посмотрели кнопку Boost. Она включает повышенную яркость изображения. Сейчас это будет мало заметно. Однако представьте, что вести съемку нужно, например, при 1/500 секунды. Все получается темным. Но мы можем включить Boost и работать удобнее. Кнопка со значком диафрагмы позволяет сделать предпросмотр глубины резкости. Давайте поставим, например, F16 и включим Boost, чтобы было видно. Теперь можем посмотреть, какой получится картинка при F16. Предпросмотр глубины резкости, как при использовании репетира диафрагмы. В меню есть просмотр записи. Это такое маленькое окошко. Когда делаем снимок, он здесь появляется. Это позволяет, например, отключить большое окно Live View и использовать площадь экрана для других целей. В общем, вот такая прекрасная, удобная программа Olympus Capture с богатыми возможностями. Подходит и для портретной, и особенно для предметной съемки.